день Богоявления все православные храмы полны народу. Во дворах нескончаемый поток желающих получить свою часть Великой Агиасмы. В приходе Краснодарского рождественского храма два дня священники без устали с пением молитв кропят народ Божий и принесенную воду. А в самый день Богоявления, после божественной литургии, всем приходом вышли на Иордан. Прорвись в пустыне вода! Эта традиция родилась вместе с самим храмом. Вот и в этом году, несмотря на всяческие ограничения в повседневной жизни, настоятель отец Александр Игнатов сумел согласовать со всеми инстанциями ежегодный крестный ход и освящение иорданских вод. Крещающийся тебе, Господи! С праздником поздравляем вас! С праздником вас! С крещением, Господи! Поздравляем вас! Для желающих принять участие в крещенских купаниях также все было подготовлено. Раздевалки, сходы к воде, палатки для обогрева. С десяток сотрудников МЧС стояло на страже здоровья и жизни купающихся в иорданских водах. Здесь же на поляне были устроены полевые кухни с горячим чаем и блинами. Организовали все это казаки рождественского куреня и волонтеры рождественского молодежного центра. Несмотря на все ограничения и страхи, присутствующие сегодня в обществе, праздник удался.